В Тюменской области стартовал пилотный проект по раздельному сбору мусора. Контейнеры установлены у полусотни школ возле торговых центров. Делить отходы предложено на три группы: стекло, упаковочные материалы, это пластик, жестяные банки и отдельный бак для пищевых продуктов. Тему депутаты Тюменской городской думы обсудили в ходе рабочей поездки на мусоросортировочный завод. Среди предложений прозвучала идея сортировать отдельно и бумагу. Это повысит качество вторсырья. На сегодняшний день из поступаемых твердобытовых отходов 40% бытовых отходов уходят на вторичную переработку. Это очень большой показатель. Детально тему обращения с твердыми бытовыми отходами обсудят на заседании постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству уже завтра, 14 декабря. Депутаты уделят особое внимание вопросам содержания контейнерных площадок, ликвидации несанкционированных свалок и экологическому воспитанию тюменцев. Повышение тарифов за вывоз мусора в регионе пока не обсуждается. Трансляции заседаний можно посмотреть на сайте Тюменской городской думы. Заседания комиссии также пройдут 15, 16 и 20 декабря. Редактор